Финальные штрихи и последние приготовления. На карте Видного теперь еще один детский сад, филиал 7-й школы. Адрес — улица Березовая, 22. Современное просторное здание площадью почти 5000 квадратных метров отвечает всем стандартам и готово принять 280 ребят. В 15 группах, среди которых есть и ясли, будут воспитываться дети от 1,5 до 7 лет. Студенная готовность 100%. Заканчиваем клининг и заканчиваем расстановку мебели. По оснащению все есть, начиная от оборудования, заканчивая детскими игрушками. Все здесь на объекте, поэтому, думаю, к 1 сентября все уже будет на местах. Интересный дизайн, яркие цвета фасада – все сделано для того, чтобы мальчишки и девчонки с радостью приходили сюда. Внутри настоящий детский рай и есть где разгуляться. Комнаты для тематических занятий, несколько игровых классов, спортивный зал, музыкальный, где ребята порадуют своими талантами и творческими способностями. Весело и интересно будет и на улице. Есть площадки для спортивных занятий, отдельная площадка. Есть площадка для занятий, для обучения правилам дорожного движения. Ну и, собственно, игровые площадки для каждой ячейки, для каждой группы своя площадка. Всего в Ленинском округе 1 сентября откроют свои двери 4 детских сада. До конца года еще 3. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.